В селе Сладково появились специальные контейнеры для сбора пластиковой тары. Их изготовил местный предприниматель, который в начале года приобрел прессовочный станок для вторсырья. Ну а несколько жителей собирают бумагу, пластиковые бутылки и сдают их на прессовку за определенную плату. Бизнесмен Сергей Жуков считает, что контейнеры сделают территорию более чистой. Это все инициатива нашего главы администрации. Они предложили нам изготовить, мы их изготовили по ихному проекту. Будем изготавливать еще. Я думаю, для Сладкова это хуже не будет. Правильно сделали. Сейчас народ стал бутылочки сбрасывать. Я гляжу, вот с этого дома и с соседних домов стали приносить. И сами так же делаете? Конечно. Я даже вот где-то на улице лежит, я подберу и сюда в ящик заброшу.